прошло отлично. Первая попытка, я хотел сделать дабл трек-драйвер в конце, сделал просто трек-драйвер. Стал вторым, в общем, в зачете. Вот. Во второй попытке я решился со своей, ну, более-менее обычной серии на 360 LV на барспин, но чуть-чуть не налетел и упал. Потом подумал, что не буду сильно рисковать и сделаю просто флип-би в конце, но после бэкфлип барспина на втором у меня выпал плеер, я посмотрел вниз, потом вверх, и в итоге даже с флип-би попал. А, ты расстроен? Но на самом деле, да не, я не расстроен, это хороший очень опыт. И мне даже забавно то, что в сумме двух попыток ни одна из них с падением, я все равно вошел в десятку. Круто.